северной столице в День Святаго Духа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме Святой Троицы на Октябрьской набережной. Подробнее в сюжете наших коллег с берегов Невы. Божественную литургию в престольный праздник Троицкого храма возглавил митрополит в Арсенофии. Во время богослужения хор пел под руководством регента Алексея Жукова, возрождающего различные церковно-певческие традиции. Свою проповедь владыка в Арсенофии начал с поздравления с праздником, а потом помянул погибших в Севастополе, Махачкале и Дербенте, отметив, насколько непредсказуемым может быть каждый новый день. И живы мы лишь Духом Святым. Вот как мы с вами живем. Живем каждый день, и только Духом Святым мы живем. Поэтому нужно всегда быть с Духом Святым, всегда любить Его, молиться. Мы теперь стали молиться с этого дня Царю Небесному. Вот. Мы уже к Нему обращаемся, чтобы Он вселился в нас и очистил нас, потому что как можно чаще нужно очищать себя. Архиерейское подворье храма Святой Троицы на Октябрьской набережной – бывшее киновие Александра Невской лавры, построенное на земле, которую обители пожаловал Петр I. Храм был освящен 28 июня 1868 года, и по свидетельствам современников вид имел величественный и даже роскошный. В 36 году 20 века большевики взорвали колокольню и снесли купола, полностью восстановили святыню лишь несколько лет назад.